Медики країни констатують, захворювання на коронавірус знижається. Поступово установи охови здоров'я, які переводили на боротьбу з COVID-19, вертаються до нормального життя. Некоторые прошли санитарную опрацовку и обновили прием профильных пациентов. Некоторые переживают становчую динамику. Об тем, как у Гомеля стабилизуется эпидситуация, доведалась наша здымочная бригада. Апошние месяцы вымусили медиков мобилизовать все ресурсы и переключиться на новую проблему – борьбу с коронавирусом. Зараз установы оховы здоровья вертаются до ранейших задач и пытаний. Нареште наступает светлая полоса. Гомельский областный скорно-венерологичный диспансер – одна из первых больниц региона, якую перепрофилировали на работу с коронавирусными пациентами. И вот так само у лику первых я навернулась до профильной деятельности. Установы дезинфицировали, теперь тут ожидают прием сгодно специализации. Супрацовники диспансера признаются – выпробовали коронавирусом суровый, але корыстный опыт. Перепрофилирование нашего учреждения с 1 апреля позволило нашим медицинским работникам проявить все самые лучшие качества. Даже, наверное, те, о которых они забыли и не подозревали. Это прекрасный опыт для нашего коллектива и вообще для системы здравоохранения в целом. Хотелось бы, чтобы он не повторялся в будущем, но, тем не менее, это единый механизм, который работал, как биение сердца, все в одном ключе. Так само сярод тих, хто тримав схватку з коронавірусом, гомельські онкологи. Обласний онкологічний диспансер перейшов на роботу у плановим порядку. 31 соковіка установу перепрофілювали на боротьбу з COVID-19. Спочатку диспансер працював з контактами першого узровню. Коли захворювання на коронавірус узросло, больниця почала прийом пацієнтів з становчим тестом на інфекцію. 7 липня установа вернулася до прийому профільних пацієнтів. З 13 липня у корпусі по вулиці Циолковського почнуться перші операції. Керівництво диспансера з гордістю отзначая поспяховую працу медперсонала на протягу опошних месяцев. Изначально, конечно, было что-то неизведанное, страшное, был большой стресс у сотрудников, но в этой сложной ситуации проявились самые лучшие качества. Коллектив сработал великолепно, четко, слаженно, дружно, проявили свои самые лучшие черты и качества. О том, что персонал сработал хорошо, говорит тот факт, что практически никто из медперсонала этого учреждения не заболел. Это говорит о том, что соблюдался правильно санитарно-эпидемиологический режим. Шерех медицинских установ все еще на передовой. Яны протягивают лечить хворых на коронавирус. Тем не меньше специалисты признаются. Ситуация опошних тыдня выкликая навод не осторожный, а упевненный оптимизм. Гомельская областная клиничная больница амаль цалком працуя в штатном режиме. Пациентами с коронавирусом занимаются только два отделения – терапевтичная и реанимационная. Городская клиничная больница номер 3 не первый день констатует позитивную тенденцию. Колькость захворелых за сутки все меньше. До речи, установа прямая пациентов с двух районов Гомеля – Советского и Новобелецкого. Супрацовники областной инфекционной больницы так само отзначают истотный спад захворывания. Мы, как специализированное учреждение, естественно, выйдем из этой борьбы одними из последних, потому что мы предназначены для лечения инфекционных пациентов, в том числе и коронавирусная инфекция. Я могу сказать, что на рассчитанные, так скажем, и перепрофилированные в настоящий момент под лечение коронавирусной 190 коек больницы, на сегодняшний день находится 127 пациентов. Регламент лечения пациентов с COVID-19 для всех установ однольковый. Оно ожитевляется сгодно рекомендациям и клиничным протоколам Министерства оховы здоровья Республики Беларусь. Курс антибактериальной терапии различен на 7-10 дзен. После завершения контролируются лабораторные и рентгенологичные доследования. На основании состояния пациента, его самочувствия, на состоянии данных рентгена и анализов лечащий врач принимает решение о выписке пациентов. При наличии отрицательной динамики, либо если динамики нет вообще, пациенты продолжают лечение больше 10 дней в учреждении. И даже по рекомендациям Министерства здравоохранения КТ-контроль при выписке не обязателен, потому что изменения, которые наступают в легких, они сохраняются достаточно долго, да, в действительности до полугода могут эти изменения быть. Неглядячи на видовочное поляпшение эпидситуации, медики не расслабляются. Министерство оховы здоровья потребует выполнять санитарно-супротепидемичные и дезинфекционные режимы. При всех позитивных прогнозах специалисты должны быть подрыхтованными до любых сценариев, у тем лику до другой хвали захворывания. И все ж таки супрацовники медицины верят у лепшее. В опыт опошних месяцев доказал, ничто не перешкодит героям у белых халатах справиться с пандемией. Первая и, как все сподеются, опошняя битва с COVID-19 амаль выиграна. Миколай Скинтиян, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».